Всем приветики! С вами Макс Пауэр на лайв-канале «Распаковка» от нашего дорогого подписчика Денис Белюченко. Человек очень переживал, что подправил посылку немножко не туда. Это я ему сам не тот адрес написал, но у нас почтовых отделений много. И я съездил сегодня на велике электрическом и получил без всяких проблем. Так, посмотрим. О, тяжелая большая коробка. Интересно, интересно. Так, судя по инерции внутри, что-то игровое. Я чувствую немножко пластика, много есть металл. Так, возможно, ценный металл, да? Макс уже сейчас как рентген скоро будет просматривать. Ну что ж, давайте посмотрим. Город Кострома. Город Кострома, 156 индекс. Вот так она пришла. В принципе, все целое. Немножко здесь побито было. И вот здесь вот, это я уже на велике, когда вез, с этой перетерлся цепью от замка. Вот. А так все в порядке. Что же, распаковываем. Люблю я посылки вот куда складывать. Хорошо в ипотеку двухкомнатную взял. Сейчас вот об этом совершенно не жалею. Во второй скоро будет ретро-музей старых интересных штук. Приставки, телевизора. Ох, телевизоры эти. Скоро будет видосик по разбору телевизора LG. Ну, правда, на запчасти. Но тоже полезно будет для тех, кто хочет добывать радиодетали. Как все четко упаковано. Все красиво. Привет, Макс. Отправляю тебе небольшие подарки, в том числе 2 PS2 без приводов. На одной также не работает подключение HDD. Почини его подключение HDD и используй их по своему усмотрению. С удовольствием, из Костромы, Денис АК Бен Троттл. Хорошая игра, кстати. Спасибо, Денис. Привет Костроме. Ну что ж, посмотрим. Ну, вообще я могу починить и тебе отправить обратно. Мне главное с самого видео, чтобы я снял. А все остальные просто почтовые расходы. Я вот обычно, когда чиню, я говорю, вы мне только оплатите доставку и обратно. Все. То есть мне не нужны вообще за ремонт деньги. Тут главное интерес. Чтобы графон был. Чтобы видос был. Вот такой, кстати, оригинальный кабель PS2. Это уже многообещающе. Так, вот это вот. Я даже уже вижу что-то интересное. Вау. Вы что такое? Пульт. Пультик. С большим таким ЕК-излучателем. Ну, по крайней мере, стекло. Приятный. Интересно, чего это? Big Ben Interactive. Как... То ли кондиционер, но здесь перемотка, скорее всего, это от плеера какого-то. Софт-тач такой. Я буду рассказывать то, что необычное я выжил. Вот, например, такое на пультах я еще не видел. Это вот тот самый материал, мне очень нравится. Я его называю пластико-резина какой-то. Так, это флешка? Свисток? Приемник? Скорее всего, приемник. О, слушай, а может это универсальный? Точно. Вон там ИК просвечивается. Вот, ИК. Приемник. Значит, эту штучку можно засунуть куда-нибудь в USB, например, в ноутбук, и управлять им дистанционно, чтобы смотреть новый сезон. Эх, теория большого взрыва закончилась. Ну, например, как я встретил вашу маму, надо посмотреть сериал. Спасибо. Хотя это потом посмотрим. Мне кажется, это клевая штука, если универсальная, тем более. Вообще, ИК давно хотел сделать на свой компьютер. Иногда лень, когда сидишь с друзьями с дивана, чтобы не бегать, на мышку переключать, ну, следующие треки в YouTube. Если бы работало, было бы супер. Попробуем. Так, сейчас все пока складываем. И вот это вот заинтересовало. О, вау. Вообще, я на Авито заглядывался на такие штуки. Это диктофоны. Раньше были такие аппараты, да, кто помнит. Причем очень качественные аппараты.
Я их в детстве хотел тоже. То ли плеер хотел, то ли диктофон. Сам тогда не определился. Но в итоге у меня оказался плеер, подделка на Panasonic. Он назывался Pasonic. То есть вот это вот, если на убрать, он будет Pasonic. Вот у меня такой плеер был. Очень клево, на самом деле. Мне понравилось, у него стереозапись была. Два микрофона в комплекте. Ну, большой был. А это именно диктофон, а у них маленькие кассеты. Но я думаю, их также можно использовать, как плеер. Смотри, соневская кассета. Вау! Вау! Вы такое видели? Какая прелесть! Просто прелесть. MC-60 называется. А, микрокассеты, Made in Japan. Ну, видно, что вот реально вот берете в руки, и сразу 90-е чувствуются. Качественные. Те, которые из-за бугра привозили, стоили не знаю сколько. Вау. Чук, смотри, как четко. Он вообще новый. Откуда такой раритет? Откуда такая прелесть? Так, слушайте. А ну-ка попробуем. Куплю хороший Duracell потом. Сейчас у меня есть вот такие вот игрушек. Тут надо прям очень хороший плеер, батарейки, чтобы он долго служил. 3 вольта. UM3, R6, LR6, Made in Japan. Все как надо. Так. А как запись делать? Вот так вот, наверное? Для меня, я хоть уже как бы и бумер, но даже больше думер, но веду себя как зумер. Я не знаю, как его включать. Привет всем, с вами Макс Пауэр. Как меня слышно на технике 90-х годов на кассете Sony? Так, нужно разобраться со скоростью, но я думаю, все работает. А, тут же что-то есть. Ну, смотри, 1.2, 2.4 tape speed. Fast play. Офигеть. Я просто в шоке. Хороший плеер. Тире-диктофон. Не-не. Еще быстрее. Ладно, я разберусь с этой установкой. Я думаю, это очень клевая вещь. Тяжелый такой. Все, это никуда такие вещи я продавать не буду. Так, эти батарейки подальше уберу, потому что они любят потечь. Мне такого не надо. Сюда только Duracell. Так я свой мультиметр поставил. Вот такую же штуку надо. Спасибо за прям раритет раритетный. Это на полочку, красиво консолям, PS1 туда поближе. Да, я не очень люблю технику на пленке из-за своих детских травм, связанных с зажевыванием кассеты родителей. Но в качестве уважения, дани уважения, ностальгии, такое надо и хранить у себя. Это создает определенную атмосферу. А внутри что там? Ух, можно даже отдельный видос, я думаю, на Max Power TV надо снять про него. Может быть, почистить? Помню, ну, вроде он вообще как новый, серьезно. Даже питание внешнее, все как надо. Что ж, Денис, респект еще. Спасибо, я люблю такие штуки. Для меня это очень ценно. И продавать я, конечно, не буду. Так. Ну, если за него, конечно, предложат очень хорошую сумму, да? Только такие, если очень хорошо заплатите, да? Не, зачем? О! Я думал, это PS3-шная, это PS2-шная. С виду тоже как новый, но как будто ему обрезали кабель. Что-то внутри болтается. Ну, состояние такое не ушатанное. Это, да, стандартная 10.0.10. 100.0.10. PlayStation 2 контроллер с КПАШ. Я думаю, если поставить кабель, все будет ништяк. Круто. Мне PlayStation 2 джойстики просто навязало золото. Я их обожаю. Сейчас играю, конечно, на PS4, но джоя. Но PS2, что мне очень много отслужил. Подставка для пульта дистанционного управления. Вот такого у меня еще не было. Это гениально. Да, можно двухсторонним скотчем прилепить куда-нибудь. И никогда не будет пульт теряться. Надо же. Чего только не придумывают. Прикольно. Так, так, еще не все. Обалдеть.
«Сталкер» книжка, сборник рассказов. Этот сборник объединил в себе работы 8 русскоязычных авторов из различных стран, участвовавших в литературном конкурсе, посвященном миру игры «Сталкер» от компании Case Games Game World. Данный сборник обрисовывает игру «Сталкер. Чисто небо». Это, походу, какая-то особая версия была с диском игры и с, соответственно, книжкой. Обалдеть. 2008 год! «Сталкер» столько вышел. «Чисто небо» еще... Ну, уже... Капец, я старый. Я думал, «Чисто небо» вышло после 2010-х. Ну, в принципе, да, сценарий-то будет заранее записан. Так что «Сталкер» вообще в 2000-х годах, насколько я помню, началось разрабатываться. Ну, теперь, если что-то случится с интернетом, Максимка будет все равно с большим удовольствием читать. Я поставлю это в книгах, у меня есть специальный раздел. Те книги, которые я не читал еще, да, вот это. А я не читал вообще никаких книг, шутка. Ну, это клевая вещь, клевая. Прочитаю. 400 страниц можно осилить, Макс, не ленись. Спасибо огромное. Ценная вещь. Вообще-то у меня есть книга по GTA 5, и... Ну, ладно, я прочитал «Акио Морита», сделанную в Японии, этот... «Робинзон Крузо», моя любимая. Потом... Орео немножко читаю. Тяжело осилить мне почему-то. Вот и все, да, и букварь. Не, на самом деле еще про технические книги много, но это все не такая литература. Но что-то же я прочитал, вообще клевое было. Вот как вот так можно читать и забыть название? Ладно, напишу в комментах, если вспомню. «Защита вашего компьютера от сбоя спама вирусов хакеров на 100%. Сергей Еремчук, Питер. Ух ты, ух ты. Вот это к учебным пособиям. Учебных пособий-то у меня много. А, вот изобретатель. Ты пришел на уроки, читал, вспомнил. Еще там... Ну, я познаю мир еще там почти все. Домашний компьютер сегодня уже не считается роскошью. Это так. Так, какой год? Прям 2007 веет. Да. 2007. Спасибо, слушай, и у нас будет радиокружок, рано или поздно будет. И мы там будем обзор отдельно делать. Ну, сейчас все просто. Десятка сама все вирусы убивает. Защита вашего компьютера от сбоя, спама, вирусов и хакеров. Ну, тогда было интересное время, особенно когда было XP, все по администраторам запускалось. Это же... Это ни с чем не сравнить, когда вы так долго ждете и потом всю систему сносите. Вот называется «Скачал игрушку». О, еще джойстики. Да, это тоже оригинал, тоже хорошие PlayStation 2 джоя. Немножко покоцаны, но это ерунда. Они очень живучие и очень такие крепкие. Помыть, заказать пару вот этих накладок, кстати, по-моему, они от PS3-шного тоже подходят. Прилепить их сюда или приклеить. И будет как новенькие. Ну, можно еще на крайний случай мягкую подложку заказать. Там же на AliExpress стоит копейки. Главное, чтобы все пачкой заказывать. Там по одной, получается, она стоит сама себе 30 рублей, вот эта вот мягкая плата. На PS4 видос был. Ремонт джойстиков PS4 на основном канале. Там я заказывал мягкие платы. И вот... $30 сама плата, а доставка там рублей 100 с чем-то была. Поэтому надо заказывать сразу там 3-4-5 плат. У меня таких уже мешок. Подобный мешок, конечно, но штук 3 еще есть с непонятными проблемами. Надо на всех заказать сразу рублей на 500. Кучу мягких плат, резинок и доставку. И мы целый починим. Мешок реально джойстиков будет потом. Потом будем их разыгрывать. Мне главное, чтобы 2 было на слимке и 2... У меня должно быть на фатке. Все, у меня 4 джоя, вот так вот это. А, ну еще один у меня старый на компе стоит до сих пор. Через переходник. Так что 5 это у меня более чем уже. А вообще, кстати, PS4 может и как-то через переходник. Уже PS1 такой был переходник. Ой, PS2, говорю. Через переходник может 4 джойстика подключать. Вот. У того же есть игры, которые такой поддерживают. А переходник я где-то показывал в одном из обзоров и распаковок PS1. Такой называется топ-то или типа того. Оху! Старая любимая фатка. Тихо. Сейчас камеру сломаю.
2008. Одна из самых... Ой. Жестко ее модифицировать. Досталось бедняжке. Что ж, будет отдельный стрим по установке PS2. Тут долгая история. Чутку отдели вот этот чик-чик выключатель. Тут должен быть и разъем. Ну, 5000 – это самая лучшая вообще. Вот самая лучшая была именно 5000. Она самая такая ходовая. Сколько их там выпускали, даже не счесть. И она, во-первых, не такая шумная, как 3000-ная. И самое главное, поддерживает жесткий диск без всяких танцев с бубнами. В отличие от следующих версий, которые уже были Slim. Уже 7000-ные пошли потом. Ну, первая 7000-ная еще имела контроллер. А потом 7000-ные уже перестали поддерживать вообще жесткий. Только там с танцами и с бубнами. А тут все сразу по умолчанию. Тяжело, капец, я отвык уже от такого веса. Прям тяжело-тяжело. Кажется, что синий USB-3, на самом деле просто синий. Оригинал. Кстати, не Japan ли? China. Нет, это не Japan. 58-я же, как она может быть? 58-я же у нас регион, да? Ну, в смысле, вот как бы на нашем континенте делали, да? О, и вторая. Упс. О-оу. Это что сейчас такое? Я увидел. Нет. Нет. Это явно... Ай-яй-яй-яй-яй. Да, это отсек привода. Но здесь свежие сколы. Мне кажется, это при транспортировке что-то случилось. Потому что не мог же подписчик просто насыпать это все. Блин, у меня такая же была и то же самое проблема. Прям вылетело это. А почему именно вот эта часть разбилась? Кнопки целые, это целое. Тьфу, блин. Надо сейчас видосы посмотреть в Ютубе, как склеивают прям такие штуки, чтобы аккуратно это восстановить хоть чуть-чуть. Не, ну можно, наверное, панель всю заказать с Алишки. Главное, логотип переделать, переклеить. Он там, кстати, он снимается. О, прикольно. Я себе могу на брелок один оставить. Да, вот так вот. Кто хотел узнать, как устроен логотип PS-ки на PlayStation 2. Вот так он устроен. Клево. Можете его приделать куда-нибудь. Блин, жалко, конечно, что сломалось чуть-чуть. Но это... Ай, бывает. Не все идеально. Все равно пусть... Что-нибудь да случается. Но я на велике вез, я не трёс. А все нормально было вроде. Еще одна 5000-ная. 5008. Точно такая же, но здесь все целое с виду. Как ты писал, в одной из них, как я понял, не работает. Угу. Без приводов обе. А, они еще и без приводов такие тяжелые. Жесть. А на одной также не работает HDD. Ну, в принципе, можно из двух одну собрать. Это как минимум. Уже будет хорошо. А в этой корпус точно целая. Ну, трещин не вижу. Ну что ж, вот и все. Такая отличная посылочка. Просто суперская. PlayStation 2 чего только стоит. Это же фатка. PlayStation 2. Сейчас сделаю превьюшку. Вот такие Tower. Реально как огромное здание. Неудивительно, что так дизайн назывался их. Стоп. Что ж. Спасибо большое. Всем приятного вечера. Сегодняшняя пятница. Ну вот этот вообще топ, конечно, топ. Сейчас буду сидеть играться. Ну, в принципе, зато друзья могут прийти, так что мы будем записывать мультяшные голоса. Надо его по полной посмотреть. То есть один микрофон, но он должен быть качественный. Ну, получается, моно, да. Но здесь вот эти режимы как раз, чтобы больше вмещалось на кассету.
Вот так вот. Отличная посылка, необычная. Всем всего хорошего. Чао, какао. Подписывайтесь на Техноностальгию. У нас будут еще видосики. Обязательно. Распаковки и стримы к выходным. Чао. Денису респект. А Костроме привет. Красивый логотип.